Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицы легенды 4 на 8 и 2 на 4 на брусе с форточками, с форточными блоками. Пока приехали, разложились, приступаем к сборке. Сейчас теплицы у нас поставлены, закреплены, зафиксированы, все выровняли, начали обшивать стены, нанизали. Сейчас будем их прокручивать. Также вслед за стенами идет установка переливов, и после переливов начинаем крыть крышу. Начался у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицы легенда 4 на 6 и 2 на 4. Пойдем смотреть. 4 на 8, извиняюсь. С лицевых торцов у нас двери с форточками. Дальние торцы просто форточка торцевая. Каркас у большой теплицы сделан с профильной трубы 40 на 60. Покраска полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Имеются две стеновые форточки, два форточных блока на приводах. Приводы на зиму отсоединены. Диагональные усилители и система подвески также установлена на этой теплице. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком и дополнительно окрашен цвет палисандр. Поликарбонат 4 мм, плотность 0,8. Все торцы защищены торцевым профилем. Так, идем смотреть двушку. Двушка, дверь с форточкой. Форточка в торце, одна стеновая. И система подвески в меньшем количестве уже. Также диагональный усилитель. Здесь каркас из трубы 40 на 40. Покраска также полимеропорошковым способом. Цвет шоколад стоит на таком же брусе. Все закреплено в земле. Поликарбонат точно такой же. Вот такие вот две легенды суперские. 4 на 8, конечно, это объем. Это и высота, и ширина. А 2 на 4, я так понял, это под огурцы. Ну, смотрится супер, конечно. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.